Сразились и самые маленькие люберчане. Чемпионат ползунков прошел в округе. Необычные соревнования для этих спортсменов организовали представители сообщества «Мама офлайн». Малыши от 6 месяцев до 2 лет и их родители боролись за звание самых быстрых, ловких и выносливых. Всего в чемпионате приняли участие более 80 человек, их распределили по 8 возрастным категориям. Всем спортсменам вручили медали и дипломы участников. А самые активные малыши получили кубки за первые места и памятные подарки. Подобные состязания прошли в округе уже в 4-й раз.